Санкции не приговор. Это повод начать действовать, развивать различные отрасли, в том числе аграрную, а если говорить еще точнее, семеноводство. Тему импортозамещения семян и средств защиты растений обсуждали заместители профильных комитетов Госдумы с генеральным директором компании «Щелково Агрохим» с Алисом Каракотовым. Сегодня обсуждали вопросы, интересующие Комитет по науке Государственной Думы в отношении импортозамещения в химической отрасли, в частности, в средствах защиты растений. Это, в общем-то, то, что нужно сейчас на нашем текущем этапе времени, для того, чтобы будущее было более независимым, чем сейчас. И, в частности, это касается синтеза действующих веществ и перспективного синтеза, и актуального синтеза сегодняшнего дня. Вот эти вопросы мы сегодня обсуждали. В начале встречи наглядная презентация того, чем, собственно, занимается «Щелково Агрохим». А это и производство химических средств защиты растений, и непосредственно семян. Стоит отметить, что профессионализм сотрудников и современное оснащение технологий позволяют предприятию не просто развиваться, а совершенствоваться, набирая обороты, расширяя производство и направление деятельности. Полностью перейти на отечественного производителя семян и средств защиты растений – вот довольно непростая, но актуальная задача, которую, несомненно, поможет решить наше предприятие при поддержке государства. Народная программа «Единая Россия» уделяет большое внимание вопросам продуктовой безопасности. Продуктовая безопасность, продовольственная безопасность – это две вещи. Это качественные урожайные семена и это эффективное средство защиты растений. Сегодня на площадке компании «Щелково Агрохим» мы увидели и те, и другие разработки. Конечно же, в первую очередь мы сейчас займемся поиском инструментов поддержки разработки технологии получения действующих веществ для получения средств защиты растений. И это должна быть скоординированная работа государства, бизнеса, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений. Мы знаем четкий перечень, какие вещества необходимо получить в нашей стране и как мы дальше будем использовать. А второй вопрос был связан с семеноводством, с семенами сахарной свеклы. Этот вопрос, который сейчас очень интересует жителей нашей страны. И мы уверены, теперь мы точно уверены, что проблем с сахаром в нашей стране не будет, поскольку мы имеем стратегический запас семян и постепенно будем увеличивать и наращивать темпы производства собственных семян. Традиционная экскурсия на производство, в цеха, в самое сердце предприятия. Здесь все работает как отлаженный механизм, поражая, восхищая оснащением и подходом. Посмотрели и лаборатории «Щелково Агрохим». Это прежде всего наука на службе сельского хозяйства. Вот сегодня на прекрасном действующем одном из ведущих предприятий я убедилась, что опасаться не стоит, потому что «Щелково Агрохим» уже обеспечивает по ряду направлений как и средствами защиты растений, так и семенами, и готовы наращивать. Это очень правда. Важно. И сейчас нам всем требуется поддержать вот такие предприятия в первую очередь. Они системообразующие в нашей стране, для того, чтобы не зависеть уже от импортных средств производства. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.